Всем привет, всем здорово. Короче, у Славика месяц назад была днюха, и китайцы прислали ему патефончик такой нормальненький, короче. Значит, Meizu. Что-то здесь не написано ничего? Ага, вот оно. Мне ничего не написано здесь, моя морда написана. Хорошо, вскрываем, да? Тут у нас ножичек нормальненький. А что показать? Что показать? Зачем что пробить? Посылочку? Нет, тут мой телефон, тут все написано, короче. Уже видно, видно. Значит, все. Значит, мы находимся в Болгарии, телефон пришел и стоял у нас на таможне. Оказывается, если посылка стоит больше, чем 15 евро, ты должен платить государственный налог. Здесь он 20%. И очень было сегодня неприятно, когда я заплатил 25 евро. Я сказал, нет смысла мне заказывать с Китая этот телефончик, если это самое... Если это самое, еще как сказать? Сейчас, чтобы мы здесь не нарезали делов. Посылочка тут, короче, запакованная вообще катастрофически. Смотрите, какая здесь сосиски, здесь какие-то воздушные, смотрите. Товары, что пипец. Что стучит? Блядь, сверху стучит. Смотри, он тебе поставил для машины зарядку. Короче, радость полной штаны. Вот даже наша СССРовская розеточка непонятная. Его для машинки есть тоже со светодиодиком. Видишь, как счастье провалило. Значит, Meizu M2 Mini, вроде наш телефон так называется. Красивенький, все, тут даже пленочки есть, все дела. Можно вот так даже сделать немножко приближениться. Приближениться, как бы вот так. Что я несу тут? Что-то еще вытаскивать, вот так телефончик надо, да? Что, нормальненький аппаратик? Пленочку надо снять, снимаем. И вот тут все намазано, короче. Что, надо врубить его, как бы? Это же, наверное, врубится он? Но у меня батареечка разряжена, надо зарядочку рубить. Как бы так, аппаратик, пластмассе хороший, здесь камера, все дела. А, он включился мой? Заряженный? Ага, вот USB кабель, короче, розеточка и наша штучечка. И вот так сейчас оно врубится, короче. Что-то маленький дизайнчик. Flame, короче, все дела. Да, ну зарядочка, конечно, порадовала, да, нормально, нормально. И эта темка есть, эта темка, вот эта темка, она вот сюда заходит, кажется. А, здесь USB, вот он, китайская движуха, здесь и USB, нормальненько, да? Боже, эта розетка из... Все, он уже работает, типа, да? И, короче, вот так он все работает, короче, вот так. Дальше, шо базарить? Тут должен быть русский язык, вроде бы. Как бы я в андроиде не сильно. Возле 4G написано, типа, Wi-Fi, все есть дела. И когда же что-то... А, 86% телефон заряжен. Что, Wi-Fi ничего не показывает? Нет сим-карты. Здесь два раза. Толст, приложение, все делишки. Ну, короче, надо тут все настраивать. Да, один раз трогаешь это назад. Все дела, камеру можно поглянуть. Да, камера, смотри, как показывает мне. Четко. Сразу. Ну, короче, надо лазить, надо движухи делать. Видосы, все дела. Ну, вот такие пирожки, короче. Шо базарить. Телефон целый. Хороший пластмасс, все дела. Сразу пленочки есть в комплекте, то есть можно сразу поклеить все в придачу. Здесь, наверное, нам это прислали сразу открыточку китайцы. Тут какие-то приколы, какие-то... А, наверное, поставь мне комментарий, фидбэк. Короче, эти звездочки. Мужик сразу непалено намекнул. Поставьте мне 5 звезд, короче. И тут все это китайская стена, наверное. Great Wall. Короче, открыточка. Привет нам с Китая. Вот такие пирожки. Значит, вот так вот заходите в AliExpress. Значит, этот телефончик, цену говорите. $130, короче, мы его взяли. Значит, вот так. Тут что-то написано, потом переведите, короче. И как бы нормально все.
Короче, чуваки, самое главное, в этом телефоне есть русский язык. Мы в комментариях видели, там люди писали, что есть русский язык. Да. Так что, я покажу, что там. Это, что на русском написано, да? Вот, да. А, есть русский язык. И мы смотрели в комментариях, другие пацаны писали, что есть русский язык. И это очень круто, что не надо никакие прошивки, ничего мутить, сразу русский есть и все. И можем кинуть вам под видео ссылку для того продавца, которому этот заказик заказали тоже. Так что прикольно, то есть вы что тоже можете так себе замутить, что зарядочка, эти все дела у вас будут, и это сексапильная чудотворная открыточка у вас тоже будет. Такие пирожки, короче. Все, до свидания, подписывайтесь, короче, лайк, пальчик вверх и все дела, и чао. Все, короче.